Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Карама Ре Тома Бина Кедая Хала Джагата Сам Сарем Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Карама Ре Джагата сам сарим. Патита павана хитум тавайаватарам. Масама патита прабху напайбе. Патита павана хитум тавайаватарам. Масама патита прабху напайбехарам. Аха прабху нитянандам премананда суки. Балохо канакорам Ами бодхам духим. Даякорам ситапатим Адвайта госай Тава крипа балепай Чайтанья Нитай. Аха сварупа санатанам Рупа рагунатам Бата джуга ши джива Прабху локанатам. Дая корам Шри Ачарья Прабху Шринивасам Рамачандра Сангамаге Наротама Дашам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Карама Ре Тома Бина Кедая Хала Джагата Самсарам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Jai Jayo Prabhupada 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 Jai Srila Prabhupada Jai Jayo Shri Chaitanyam Jai Nityanandam Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jai Jayo Shri Chaitanyam Jai Nityanandam Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shad Goswami Ki Jai Всем слушающим Шри Чайтанья Чаритамриту Ки Джай. Всем читателям Шри Чайтанья Чаритамриту Ки Джай. Хари Кришна, дорогие преданные, итак, мы продолжаем читать молитвы Шри Шикшаштаки. Это 20 глава, последняя глава всей книги Шри Чайтанья Чаритамриты. Драгоценного подарка Ачарья Дева Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами всему миру, нам. И мы простираемся в бесчисленных дандаватах перед его лотосными стопами. Его самадхи находится в Вриндаване, во дворе храма Шри Рада Дамодар, где Шрила Прабхупада писал Шримад Бхагаватам и жил несколько лет. Перед отъездом на запад, рядом с Самадхи Шрилы Джива Госвами, и мы простираемся медитацией перед его лотосными стопами и просим его благословения и милости, чтобы служить этому великому писанию. Шри Шикшаштака очень сокровенно, и оно исходит из уст самого Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Прабхупада дал свои комментарии фактически во всем вот объяснении всех этих восьми стихов. Шрила Прабхупада дает очень мало комментариев. Он дает комментарий к 28 стиху. Эти комментарии относятся к третьему стиху Шри Шикшаштаки. И дальше просто переводит оригинал, который пишет Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. И мы читаем сейчас фактически слова самого Господа Шри Чайтанья Махапрабху.
и его комментарии. Он некоторым стихам дает некоторые комментарии, то есть его вот слова Господа Шри Чайтани Махапрабху оригинально приводит Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, и после некоторых слов самого Господа Шри Чайтани Махапрабху к определенным стихам мы читаем комментарии его божественной милости Ачарья Дева Шрила Бхакти Винода Такура и его божественной милости Ачарья Дева Шрила Бхакстан Сарасвати Такура. Шрила Прабхупада дал комментарий к 28 стиху вот 20 главы Антя Лилы к Шишикшаштаке, где говорится очень важная мысль, мы придем к этому. И еще с 52 стиху дает Шрила Прабхупада комментарий. Комментарий к 52 стиху – это уже фактически комментарий на чувства и выражение чувств к 8 стиху Шишикшаштаки. Да? То есть Шрила Прабхупада дает одно комментарий к 3 стиху, это 28 стих здесь, в главе, и Шрила Прабхупада дает комментарий к 52 стиху, который относится к 8 стиху. Потом Шрила Прабхупада дает комментарий к 55 стиху, несколько слов, и дальше переводит Шишикшаштаку и дает еще комментарий к 57 стиху, который тоже относится, все относится к 8 последнему стиху. Шишикшаштаки, этот последний стих самый-самый сокровенный, потому что последние два стиха, они относятся к према-бхакти. Шишикшаштаки. Вот это последний, самый последний стих, самый-самый сокровенный, потому что его могут понять только према-бхакти. Но служить этому стиху, читать, помнить, поклоняться, читать комментарии ачарьев, мы можем всегда. Это право нам дали служить этому стиху, поклоняясь, помня, слушая, воспевая, передавая другим. Но понимание откроется только, когда есть уровень, определенный уровень. Вот. Стихи, которые относятся к према-бхакти, человек может понять только на уровне према-бхакти. Даже на уровне бхава-бхакти человек не сможет понять тот уровень, который превосходит его уровень. Всегда человек понимает то, что в рамках его квалификации на данный момент. И поэтому мы имеем вот эту драгоценную помощь ачарьев. Мы сейчас почитаем дальше, где мы остановились. Мы прочитали первый стих Шишикшаштаки с теми мыслями, которые сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал. Потом мы прочитали комментарии Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Бхакстан Сарасвати Такура. И сейчас мы читаем дальше 20 главу Антя Лилы, которая называется «Молитвы Шишикшаштаки». Дальше это уже 15 стих главы. То есть Шри Чайтанья Чаритамрита, Антя Лила, 20 глава, «Молитвы Шишикшаштаки», 15 стих. Этот 15 стих предваряет фактически 16, который является уже вторым стихом Шишикшаштаки. Но 15 стих объясняет некоторые моменты. Утиля, вишада, дайня, паде апана шлока, яхара арта шуни саба, яха дука шока. Скорбь и смирение пробудили сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. И он произнес еще один стих, написанный им. Тот, кто услышит объяснение этого стиха, забудет обо всех своих горестях. И сейчас звучит второй стих Шишикшаштаки из уст Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.
которое дает нам оригинально, в чистом виде Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами через Шрилу Прабхупаду. Нам намакари бахуда нинджа сарва шактис татрарпита ниямита смаране накалахам этадриши тава крипа бхагаван мамапи дурдайвам мидришам ихаджани нанурагахам. Разные мотивы есть, как поется и произносится этот стих. Настроения разные бывают. Перевод стиха. «О мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь Себя. Ты вложил все свои энергии в эти имена, и не существует строгих правил для памятования о них. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным душам, великодушно открывая им свои святые имена, я настолько неудачлив, что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому не чувствую никакой привязанности к ним». Фактически, если сам Господь здесь говорит, повторяем мы с оскорблениями, никаких привязанности или чувств к святому имени не сможем иметь. Дальше Господь. «Поскольку у разных людей разные желания, Ты милостиво открыл им свои различные святые имена. Независимо от времени и места, тот, кто повторяет святое имя, даже во время еды или сна обретает совершенство». То есть дальше вот мы прочитали 17 стих, сейчас 18 стих. Это все фактически комментарии Господа Шри Чайтаньи Махапрабху ко второму стиху, его объяснение. «Независимо от времени и места, тот, кто повторяет святое имя, даже во время еды или сна обретает совершенство. Ты вложил все свои энергии в каждое из своих имен, но к моему несчастью у меня нет никакой привязанности к повторению твоих святых имен. И здесь 19 стих заканчивается. В 20 стихе Господь Шри Чайтанья Махапрабху уже предваряет 3 стих Шри Шакшаштаки и говорит: «Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: О Сварупа, Дамодар Госвами и Рамананда Рай, услышьте от меня о том, как следует повторять Махамантру Харе Кришна, чтобы без особого труда пробудить сердце, дремлющее в нем любовь к Кришне». И уже в 21 стихе Господь дает нам 3 стих, Тринатапису Ничена, вот этот знаменитый стих Шишикшаштак. И здесь мы остановимся, потому что мы прочитали оригинальный стих Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который он произнес, 2 стих Шишикшаштаки, и несколько стихов прочитали, фактически 17, 18, вот эти стихи, фактически 2 стиха прочитали, которые они объясняют. Объясняют второй стих, то есть комментарий Господа Шри Чайтаньи Махапрабху после второго стиха, как он произнес, 2 стиха. 17. «Поскольку у разных людей разные желания, ты милостиво открыл им свои различные святые имена». И 18 стих. «Независимо от времени и места, тот, кто повторяет святое имя, даже во время еды или сна, обретает совершенство». И сейчас мы начнем читать, что говорит наш ачарья, наш дорогой ачарья Шрила Бхактивинод Такур, комментируя второй стих. Комментарии, как мы ранее говорили, называются Шри Санмодана Башья. Итак, комментарий Шрила Бхактивинода Такура. Комментарии не маленькие, но мы будем частями читать. Будет, скорее всего, не один раз
как минимум два раза, чтобы мы закончили комментарий Шрила Бхактивинода Такура. Как минимум два раза, да. И потом придут комментарии Шрила Бхактивинода Сарасвати Такура. Итак, комментарий Шри Санмодана Бхаша к второму стиху Шикшаштаки Шрила Бхактивинода Такура. Шри Кришна Санкиртана бывает четырех видов и различается согласно наме, рупе, гуне и лиле. Нама – это само имя, рупа – это форма, качество – это гуна, а лила – это игры. Я тебя очень прошу, сейчас лекцию даю потом, хорошо? Святое имя Шри Кришна – это изначальное семя счастья. Слово «нами» буквально означает «обладатель имени». Чаще всего оно используется только по отношению к Верховному Господу и обозначает того, кто обладает святым именем. Шри Нама и Шри Нами – это одна и та же изначальная истина. Между ними нет различий. Шри Кришна Нама Санкиртана в высшей степени и во всех отношениях благословенна для каждого. Поэтому, чтобы пробудить в дживах веру в святое имя Господа, Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху сам проповедовал высшее благо Кришна Нама Санкиртаны. Он говорил: «О Бхагаван, о всемилостивый, видя, что у меня нет никакого прибежища, ты по своей беспричинной милости явил свои святые имена. У тебя много имен, и все они не отличны от тебя. Они разделяются на две категории. Первое – мукья, главные имена. И второе – гауна, второстепенные. Такие имена, как Хари, Кришна, Говинда, Ачюта, Рама, Ананта, Вишну и так далее – главные имена. А такие, как Брама, Параматма, Нията, высший управляющий, Пата, поддерживающий, Сришта, Творец, Срашта, Творец и Махендра, великий правитель, второстепенные имена. Более того, в свои главные имена ты вложил все совершенства и составляющие своей внутренней энергии. Это подтверждается во многих писаниях. Прежде всего, в них говорится о могуществе святого имени, уничтожающем все грехи. Этот стих в Хари Бхакти Виласе 11.486 цитируется из Шримад Бхагаватам 6.16.44. «О Бхагаван, достаточно увидеть Тебя, чтобы избавиться от всех грехов, и это вовсе не чудо, потому что даже низкий собакоед Чандала, один раз услышав Твое святое имя, освобождается от материального бытия». В следующих двух стихах утверждается, что повторение святого имени превосходит изучение вед. Эти стихи цитируются в Бхакти Сандарбе, Ануччеда 265 из Вишну Дхармоттара Пураны. Второй из этих двух стихов приводится также в Хари Бхакти Виласе 11.378. Когда дважды рожденные браманы произносят слоги вед, они косвенным образом повторяют святое имя Господа. В этом нет сомнений. Но если человек произносит два слога «хари», это означает, что он завершил изучение всех вед «риг», «яджур», «сама» и «атарва». Следующий стих на эту тему цитируется в Бхакти Сандарбе Ануччеда 265 и Хари Бхакти Виласе 11.379 из Канда Пураны. И звучит стих: «Поэтому не трать время на изучение риг, яджур, сама, атарва или других вед. По имя Говинды постоянно повторяй святое имя Господа». Следующий стих показывает последствия неуважительного отношения к святому имени. Он цитируется в Бхакти Сандарбе Ануччеда 265 и в Хари Бхакти Виласе 11.509 из Падма Пураны Вайшака Махатмя. И сейчас звучит этот стих. «Те, кто не имеет уважения к повторению святого имени,
Верховного Господа и предпочитают идти собственным путем, совершают грех и отправляются в темнейшие области ада. Следующий стих из Шримад-Бхагаватам 2.1.11 цитируется Бхакти Сандарбе Анучеда 265, Хари Бхакти Виласи 11.414 и Бхакти Расамрита Синду 1.2.230. В нем говорится, что повторение святого имени – это самый эффективный метод саданы как для садхаков, так и для ситхов. Садхаки – это практикующие преданные, а ситхи – достигшие совершенства. Мы видим, как величайший преданный ачарья, наш Шрила Бхактивинода Тхакур, все объясняет, цитирую конкретно, конкретные стихи священных писаний авторитетных. Дальше. «О царь! Согласно всем писаниям и предыдущим ачарьям, человек должен с великой любовью повторять святое имя Господа, будь он чистый преданный, который ясно осознает страдания материального бытия и потому отрешен от него, будь он самоудовлетворенный йог Атмарама». Атмарама – это тот йог, который в своей атме, душе уже чувствует удовлетворение и счастье. Или же тот, кто стремится достичь райских планет или освобождения. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет этот стих в своем комментарии к Бхакти Расамрита Синду. Он говорит, что слово «нирвидьямананам» указывает на тех, кто освободился от всех желаний, в том числе от желания достичь освобождения, и обозначает «эканта бхакт». Слово «ичатам» указывает на тех, кто стремится достичь райских планет и освобождения, и обозначает «карми» и «гьяни». А слово «йогинам» обозначает йогов или атмарам, которые находят удовлетворение в себе. Слово «акутобхаям» означает, что нет никаких сомнений в могуществе «намакиртаны», которая не зависит от времени, места, личности, атрибутов, поклонения, чистоты или нечистоты. Святое имя способно повлиять даже на млечху, нетерпимого к служению Господу. Слово «нама анукиртанам» означает повторение постоянное или согласно индивидуальной практике бхакти. Святое имя повторяют как на уровне садханы практики, так и на уровне сатхи – совершенства. Объяснением слова «нирнитам» было решено служить то, что с этим фактом единодушно согласились риши и махариши прошлого, обретшие непосредственный духовный опыт и осознание, и потому избавившиеся от сомнений. Фактически на уровне сатаны – это до, вплоть до уровня асакти, то есть 6 уровней бхакти, начиная со шатхи, веры и заканчивая асакти, привязанностью к Кришне, это уровень сатана бхакти. Потом идет бхава бхакти, это 7 уровень бхакти. Потом идет према бхакти, это 8 и окончательный уровень. То есть все должны повторять и повторяют святое имя на уровне сатаны до привязанности к Кришне асакти человек повторяет святое имя, и на уровне бхава-бхакти, когда человек экстатические уже любовные эмоции ощущает, повторяя святое имя, и на уровне према-бхакти, когда человек встречается с Кришной, своей расе. Вот это все фактически, это вся практика святого имени повторения на уровне садханы и на уровне сатхи, совершенства, оно все совершают. Дальше читаем. «Святое имя само являет свое могущество и спасает живые существа от материального бытия. Об этом говорится в следующем стихе, который цитируется в Хари Бхакти Виласе 11.512 и из Ригведы 1.156.3. «О Вишну, твое имя полностью духовно, чит-сварупа, и потому самопроявлено. Слава Твоего святого имени еще не раскрылась нам по всей полноте, но мы продолжаем его повторять, имея какие-то представления о ней, и потому она раскроется нам.
Брахмаджи проповедовал трансцендентный звук Ом, повторяя который можно освободиться от страха материального бытия. Поэтому звук Ом известен как Тарака Брахма. Тарака означает то, что освобождает или дает возможность преодолеть препятствия. Следующий стих показывает, как повторение святого имени делает человека достойным освобождения. Этот стих из Падма Пураны Уттаракханда, глава 46, цитируется в Хари Бхакти Виласе 11.417. И вот звучит этот стих из Падма Пураны. И тот, кто свободен от оскорблений, однажды произнеся два слога «Хари», с решимостью добивается освобождения от материального бытия и служения лотосным стопам Верховной Личности Бога. Комментируя этот стих в Дигдаршине, Шрила Санатана Госвами объясняет, что выражение «бата парикарас» затягивать пояс означает, что человек сразу становится готов, а мокшая гаманам прати обрести освобождение. Он говорит, что этого достаточно, чтобы завершить садхану. Садханам на самьяк анушти там ити арта. Следующий стих из Шримад Бхагаватам 2.3.24 косвенным образом описывает силу святого имени растапливать сердце. Он цитируется в Хари Бхакти Виласе 11.505. И вот звучит вот этот стих из Шримад Бхагаватам 2.3.24. «О сута, если при слушании и повторении святого имени сердце не тает и не устремляется к Верховному Господу, если глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не поднимаются дыбом от экстаза, можно заключить, что сердце затвердело, как железо, из-за нама-аппарат. Вот здесь мы остановимся, дорогие преданные. Мы прочитали первую часть комментариев Шрила Бхактивинода Тхакура, нашего ачарьи, ко второму стиху Шишикшаштаки. Его комментарий называется «Санмодана Баша». И дальше мы продолжим с этого места. Продолжим с этого места в следующий раз, если будет на то милость. И постараемся прочитать до конца комментариев ко второму стиху Шрила Бхактивинода Тхакура. Здесь Ачарья Дева описывает еще 10 оскорблений святого имени, о которых идет речь во втором стихе Шишикшаштаки. Это очень-очень важно, архиважно, потому что пока человек не узнает и не поймет по-настоящему, я могу много лет узнавать, наизусть выучить Шишикшаштаку и эти 10 оскорблений, повторять, знать, но не суметь силу, не иметь полностью очиститься от этих оскорблений. Для того, чтобы очиститься от этих оскорблений, нужно продолжать эту практику под руководством, не унывать. Кто-то быстро, кто-то медленно, кто-то на средней скорости. Обязательно, если человек неуклонно желание имеет идти по пути бхакти, рано или поздно очистится. Потому что милость невероятно могущественная. Милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников настолько могущественна, что каждый, только если имеет желание и кроме желания практикует слушание, воспевание святого имени, желание очень важно, но нужно это желание воплотить, практиковать слушание, воспевание и следить тщательно за тем, как мы прогрессируем или нет, и выявить оскорбления и всегда стараться
очиститься от оскорблений. Это целая работа бхакти-йога, которая искренен и серьезен. Кто не искренен и не серьезен, всегда совершает оскорбления и, кроме этого, не стремится очиститься от них. И так может жизнями и жизнями, много жизней повторять, слушать, но не достичь премы. Потому что высшая цель – повторение святого имени и вообще бхакти является, практики бхакти является према, достижение премы. Человек должен всегда знать, что он стремится к высшей цели, к преме. Это очень важная, важная целенаправленная вот, совет от ачарьев. Высшая цель должна быть перед глазами, что мы стремимся к преме всегда. Мы ставим эту высшую цель. Как альпинист стремится подняться на Эверест, пик Эвереста или Джомолунгмы, самого большого пика на Земле, считается Джомолунгма или Эверест, так и бхакта-садхака, практикующий бхакти, бхакта, преданный, он ставит высшую цель достичь премы. Если он очень искренен и очень серьезен, он достигнет в одной жизни, даже еще раньше, за очень короткое время. Но если искренность и серьезность не на высшем уровне, человек достигнет медленно. Насколько медленно, это уже инициатива каждого живого существа. Чем более искренен человек, тем больше он становится серьезным в выполнении на практике всех предписаний духовных учителей. Вот. И, соответственно, получает справедливый результат, получает очищение сердца и продвижение к преме и достижение самой премы. Потому что према всегда есть в нашем сердце, просто она покрыта грубыми и тонкими телами. Нужно пробудить эту прему, совершая шраванам киртанам святого имени без оскорблений. Это искусство, этому нужно учиться. У нас есть, по милости, все, чтобы мы учились. Итак, вся слава Шри Чайтанья Чаритамрите, вся слава Шри Шикшаштаке, вся слава Шриле Бхактивинод Такуру, вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава всем, кто является преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху. И вся слава тем, кто стремится стать преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху по стопам Шрила Прабхупады Нитайгора Премананде. Спасибо большое. Джай Шрила Прабхупада.